Этим утром на Землю вернулись участники экспедиции на МКС, которые завершили свою миссию с орбиты. Прибыли россиянин Геннадий Падалко, а также казахстанский космонавт Айдын Айымбетов и датчанин Андреас Могенсен. У обоих вахта была короткая, с 4 сентября. А вот Геннадий Падалко установил абсолютный рекорд пребывания в невесомости. В общей сложности за 5 экспедиций он провел на МКС 877 суток. Ну а перед тем, как покинуть станцию, космонавты тепло попрощались со своими коллегами, которые остались работать на орбитальном комплексе.